Первый рабочий день после длительных праздников для жителей нескольких домов по улице Минская ознаменовался отключением горячей воды. С самого утра во дворе домов номер 43, 41, 51, 47 и 45 велись работы по замене труб. Рабочие в форме организации Т-плюс пояснили, что ведется замена труб и задвижки. С помощью крана сняли плиту, провели сварные работы. Однако рабочий день закончился, и сотрудники Т-плюс также прекратили работу. При этом горячую воду так и не включили. Отметим, что подозрительное появление теплоэнергетиков возле данного коллектора наблюдалось еще 3 января. Но тогда работники заявили, что пока не будут ничего отключать. Видимо, не хотели портить людям праздник. Местные жители говорят и на том спасибо, и слава богу, что ремонтируют не системы отопления.